Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат в доме, где резной палисад, где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме. Где резной палисад? Где же моя темноглазая? Где Вологде, где Вологде, где в доме? Где резной палисад? Шлю я ей за пакетом, пакет только. Только нет мне ни слова в ответ, значит. Значит, надо иметь ей в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Вижу алые кисти рябин, вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной палисад? Где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной. Мои бары, ничего нема.
Только-только красная калина, тая не цвела. Только-только красная калина, тая не цвела. Морозили меня не. В мокром саду осень забыла рваный платок желтой листвы. Лучше бы нам встретиться было за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Видятся мне белые вербы, слышится мне звон тишины. Было бы все проще, наверное, за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Если б судьбу знали заранее, что средь дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем всем другим дарим.